Российская авиация уничтожила в Сирии более 1000 бензовозов с нефтью «Даиш». Промежуточные итоги операции подвели в российском генштабе. По словам военных, с 30 сентября наши самолеты выполнили 4200 боевых вылетов. При этом 145 раз на задание отправляли дальние и стратегические бомбардировщики. Самолеты работали с российских аэродромов в Энгельсе и Моздоке. Поддержка с воздуха позволила сирийской армии развить успех в борьбе с Даиш в районе Алеппо, Хомса и Хама, а также в окрестностях Дамаска. Есть серьезные подвижки и в координации действий с местными формированиями. В Минобороны сообщили, что сирийская оппозиция начала передавать нашим военным данные о позициях террористов.